Всем доброго времени суток. Сегодня мы с вами попробуем, я в том числе, так как буду первый раз восстанавливать бэкап Windows и Android на планшет Chewy 10. Итак, что мы имеем? В первом USB у нас вставлена флешка с WinPE от стрельца, и во втором USB у нас вставлена флешка с образом бэкапа. Итак, включаем планшет и зажимаем кнопку Escape. Обязательно должна быть подключена клавиатура и обязательно должна быть мышь. Наводим указатель на Boot Manager, заходим в BIOS и выбираем флешку с WinPE от стрельца. Пойдет загрузка файлов, и мы попадем с вами в Windows 8, откуда мы будем и восстанавливать наш бэкап. Процесс этот восстановления долгий, я некоторые моменты буду пропускать, чтобы не тратить время, чтобы видео таким длинным не было. И обязательно надо убедиться, чтобы аккумулятор планшета был заряжен. Итак, проходит загрузка Microsoft Windows 8. Итак, Windows загрузилась. Что мы дальше делаем? Переходим в меню «Пуск», «Бэкап и восстановление» и запускаем программу Macrium, с помощью которой мы будем восстанавливать наш образ. Итак, программа загрузилась. Здесь мы жмем выбрать файл для восстановления. Секундочку. Мы на вкладке Restore. Все правильно. Вкладка Restore должна быть активная. И нажимаем на выбор файла, который мы будем восстанавливать. Переходим на наш диск. Вот наш файл резервной копии, нажимаем «Открыть». И теперь нажимаем «Restore». «Next» и «Finish». Здесь нажимаем «Продолжить». Пошел процесс восстановления. Судя по всему, минут 10-15 будет длиться процесс восстановления, поэтому я нажму видео на паузу, когда будет подходить к концу, я продолжу запись. Так, процесс восстановления бэкапа у нас завершен, вылезло окно об успешном восстановлении, жмем кнопку ОК. Здесь нажимаем «Закрыть», закрываем программу и перезагружаем Windows.
процесс восстановления, как я предполагал, занял около 10 минут. Опять же хочу сказать, чтобы аккумулятор был заряжен полностью, так как процесс долгий, и еще у нас впереди восстановление, загрузка Windows. Сейчас мы, я так понял, в Android загружаемся. Да, так и есть. Загрузка пошла в Android. Дождемся окончания загрузки и перезагрузимся в Windows. Итак, видим, Android загрузился у нас. Здесь какие-то программы на китайском. Установлен суперпользователь и переключение в Windows. Ярлычок в Андроиде для переключения в другую операционную систему, в данном случае Windows, у нас присутствует. Это радует. Итак, пошла загрузка в Windows. Будем надеяться, что и здесь будет все замечательно, как в Андроиде. Ну, судя по всему, здесь еще будут предустановки, так как Windows с нуля получается как бы установлен. Необходимо будет ввести данные. Данные учетной записи Microsoft. Принять соглашение и прочую фигню. Здесь я нажму на паузу и уже запущу, когда загрузится винда. Вот процесс Windows, установки Windows прошел успешно. Было 3 перезагрузки во время установки. И после ввода всех необходимых данных, вот так выглядит мой рабочий стол. Как видим, все работает, тачпад работает, и вот ярлычок для переключения в Android. Два раза тапаем по нему. И подтверждаем переключение. Ну вот так, в принципе, без проблем мы с вами восстановили резервную копию планшета Chewy V10. На этом все, спасибо, всем пока.